Словесная перепалка перешла в стрельбу на окраине села Музаим Дербентского района. 44-летний мужчина из-за небольшого конфликта открыл огонь из охотничьего ружья по двум местным жителям. Пострадавшие с ранениями груди и стопы были доставлены в центральную больницу Дербента. Подозреваемый задержан. По его словам, причиной раздора стало мороженое, которым он угостил приятелей. Из-за того, что лакомство им не понравилось, произошла ссора. Просто это мороженое я сам выбрал по 10 рублей, которые стаканчики. Ему это мороженое не понравилось. Когда мы домой ехали, он сказал, кушай, чуму это мороженое. И вот так, да. Я говорю, ты сам чушь чуму, оставил машину, я вышел домой, пошел, взял ружье, хотел их. Это Асима напугал. Издалека метров 300, может 40. Один выстрел сделал. Потом второй выстрел, где моя машина стояла. Туда землю сделал. Этот момент Баджана Илга ко мне подошел. Ружье. Один удар сделал, ударил мне. Отнял ружье. И кинжал тоже. Потом выгнал меня оттуда. Орудие преступления изъято, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.